родители. Я сижу в зале как зритель, и первая мысль, которая у меня возникает, это то, что выпускается сегодня креативный класс. Креативный класс во всех смыслах этого слова. Креативный класс, который будет строить креативную экономику современной России, который будет работать в креативных индустриях. Это то, что сегодня на волне, что популярно, что востребовано, и то, что сегодня очень важно. В первую очередь, мне хотелось бы поздравить родителей. Благодаря вашей целеустремленности, вашей любви и вере в ваших детей, они сегодня выпускники лицея. Дальше я хотела бы сказать ребятам, что вот помните об этом всегда, потому что родительская любовь и любовь ваших близких – это основа, это фундамент вашей жизни. Это то, что становится таким крепким фундаментом вашего социального капитала. Социальный капитал – это то, что обеспечивает вашу успешность в жизни. И в первую очередь это образование. И чем это образование круче, чем оно престижнее, чем оно выше по своей значимости и по уровню выбранного вами в последующем образовательного учреждения, во многом будет зависеть то, как сложится ваша профессиональная карьера и ваша профессиональная жизнь. Многое будет зависеть от вас. От вашей способности адаптироваться, взаимодействовать с людьми, развивать себя и участвовать в социальных проектах. Но основа уже заложена. Вы можете дальше идти вперед. Когда все начиналось в 2013 году, в основе лицейской идеологии лежала выработка социальной ответственности у лицеиста, умение добывать самостоятельно знания и, скажем так, ориентироваться в знаниях и информации и уметь их фильтровать и отбирать в условиях грубых шумов. Мне кажется, за это время ничего не изменилось. Выпускник лицея это все умеет. Впереди у вас финишная прямая, ЕГЭ промелькнут очень быстро. Вот, и буквально на следующей неделе мы с куратором направления проводим с вами дистанционную встречу, где рассказываем про все подводные камни приемной кампании, потому что для